На 58-м году ушел из жизни советский, украинский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Андрей Бориславский. Актер Ульяновского драматического театра имени А. Гончарова скоропостижно скончался 28 июля. Андрей Валентинович Бориславский родился 20 июня 1964 года в Константиновке Донецкой области. В 1988 году окончил Харьковский театральный институт, курс А. Аркадина Школьника. В 1999 году окончил Киевский институт театра, кино и телевидения имени Карпенко Карова, курс Р. Коломийца. В 1988-1990 годах актер Донецкого ТЮЗа, в 1990-2014 Донецкого украинского музыкально-драматического театра. С 2017 года актер Ульяновского театра драмы им И. Гончарова сыграл роль Гарпагона в комедии Мольера «Скупой». Составляющими комедийного таланта Андрея Бориславского были обаятельная улыбка, детская простодушие и скрытая за ними искренняя симпатия к своим героям, которая передавалась и зрительному залу. Последней ролью актера стал Михаил Васильев в спектакле «Мать» Васа Железнова, Горького. Снялся в фильмах «Пять звезд», «Выстрел в спину» и «Пять минут тишины». Новые горизонты.